Доброта и внимание – это то, в чем нуждается каждый человек, а тем более ребенок. И, безусловно, праздничные утренники дарят детям яркие эмоции и незабываемые воспоминания на целый год. Поэтому для них предвкушение праздника – одно из самых радостных ожиданий. И сегодня ребятишки дождались этой счастливой минуты. Дети от мала до велика вместе с родителями пришли на новогоднее представление. Одни впервые, а другие уже неоднократно стали свидетелями настоящей сказки. А она, как известно, заставляет даже взрослых почувствовать себя детьми. Новогодние праздники всегда для детей имеют большое значение, долго оставляют памяти. След у них, они ждут этот праздник, подарков ждут, Деда Мороза. Уже мы ходим как бы сюда 4 года, нам очень нравится постановление, утренники, подарки. Ну, устраивает. Дай Бог, чтобы было к лучшему. Я считаю, что им тоже надо что-то развлекательное, а не чисто сидеть просто дома. Для таких детей мало что делается, и это очень хорошо таким детям, которые инвалиды. Благотворительная акция администрации Московского района дарит особенным деткам счастливые мгновения и волшебное настроение уже на протяжении многих лет. Сегодня целый ворох этих ощущений получили около 1000 мальчишек и девчонок. По счастливому блеску их глаз можно было понять, как им это необходимо. Если мы, взрослые, тоже считаем Новый год нашим, наверное, любимым праздником, то дети тем более чего-то ждут от этого праздника, от этого Нового года. И я уверен, что главное значение этого дня – это те положительные эмоции, которые получат сами детки. Это те положительные эмоции, которые получат родители этих детей. Это то замечательное настроение, которое должно сопровождать человека, а тем более человека, попавшего в определенные жизненные обстоятельства в течение всего года. По традиции, перед театрализованным представлением глава администрации Московского района Александр Рогачук поприветствовал детей, подарил особо отличившимся подарки и поздравил всех с Новым годом. Чиновник подчеркнул, что подобных мероприятий должно быть больше. И в этом плане Московский район уже подготовил очередной сюрприз, свидетелями которого детишки станут уже в новом, 2014 году. Я думаю, что это долг каждого из нас, чтобы вот эти мероприятия были системными, чтобы они были в течение года. И открою вам секрет, что 8 января, уже после Рождества, мы планируем аналогичное мероприятие уже в формате совета директоров Московского района. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.